Сеул выходит из совместного с Россией проекта транспортировки грузов на Джинхасан. Этот маршрут должен был проходить по территории КНДР, но отказаться от него пришлось из-за санкций Совбеза ООН в отношении Пхеньяна. Изначально проект реконструкции железной дороги и строительства нового порта создавался Россией и Северной Кореей. Затем заинтересовалась в нем и Корея Южная. По этому пути Сеул мог быстро и на выгодных условиях получать природные ресурсы от России.